стресс и его воздействие. Наблюдение за дыханием. Наблюдая за дыханием в течение дня, можно снизить уровень стресса. Дыхание меняется, бывает быстрым, медленным, глубоким, мелким. Благодаря ему мы знакомимся с разными состояниями и замечаем, как и почему они изменяются. Когда мы регулярно практикуем перенос внимания на дыхание, оно становится якорем для хаотичных мыслей и чувств. Дыхание становится безопасным местом. К нему мы можем обратиться в любой момент, зная, что оно всегда с нами. Некоторым, возможно, будет трудно сосредотачиваться на дыхании. Если для вас это сложно, выберите другую точку сосредоточения. Например, ноги на полу. За дыханием можно наблюдать в течение дня. Например, пока ждете своей очереди к стоматологу, сидите на конференции, покупаете продукты, а также можно отводить для этого свободное время в ходе медитации. Оба способа полезны. И сейчас я приведу инструкции, которые подходят для обоих. Определите, в какой части тела вы отчетливее всего чувствуете дыхание. Как правило, это живот, грудь или возле верхней губы. Установите это место как точку сосредоточения внимания. Начните обращать внимание на ощущение дыхания. Сейчас вас интересует, как вы его чувствуете. Попробуйте положить руку на грудь или на живот, чтобы лучше почувствовать физические ощущения, как расширяются и сжимаются грудная клетка, как поднимается и опускается грудь. Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, разум начнет отвлекаться. Это естественно для разума, это его суть. Не стоит пытаться заставить его перестать. Просто в тот момент, когда вы осознаете, что внимание куда-то ускользнуло и больше не обращено на дыхание, признайте это. Скажите себе: «Думаю». Вот сейчас я думаю. Мягко верните внимание к точке сосредоточения, которую вы выбрали в начале упражнения. И снова наблюдайте за дыханием. Следите за вдохом. Замечайте тот момент, когда вдох переходит в выдох. Наблюдайте за выдохом. Разум будет отвлекаться все время. И главное здесь возвращать его к точке внимания, без осуждения и критики. В этом и есть суть практики. Признаваться, что вы думаете, отпуская это, возвращая внимание к дыханию. Вы учитесь не привязываться к своим мыслям. Продолжайте столько, сколько захотите. Наблюдая за дыханием, мы входим в иное состояние,
чтобы помочь себе удержаться в нем. Чтобы помочь себе удержаться в нем, выберите удобную для себя позу. Если вы практикуете в течение дня между делами, выберите сбалансированную позу, сидя или стоя. Обе ноги на земле, позвоночник вертикален, макушка словно тянет вверх. Если вы практикуете сидячую медитацию, сделайте то же самое, только сидите на стуле или на полу. Если вы сидите, скрестив ноги, очень важно, чтобы бедра были выше колен. Для этого сядьте на подушку. Если нужно, подложите подушки и под колени. Спасибо за внимание. Если вам понравилась данная медитация, подписывайтесь на канал, переходите по подсказкам в конце видео или вверху экрана, ставьте лайк, пишите искренний комментарий. И до новых встреч в новом сознании.